Как предотвратить смущающие пятна пота возле подмышек? Пятна пота подрывают вашу уверенность? Во время свидания или встречи с клиентом, не позволяй этому тебя останавливать. Носи темные цвета. Светлые цвета делают пятна от пота очевидными. Их отчетливо видно на голубых рубашках. На белых рубашках ситуация немного лучше. Но они все равно видны. Попробуйте черный или темно-синий. Темные цвета отлично скрывают пятна от пота. Практически незаметно. Используйте антиперспирант вместо дезодоранта. Дайте ему шанс, если вы не сильно потеете. Вполне возможно, этого вам хватит, чтобы быть в порядке. Используйте дополнительный слой одежды. Это может помочь вам скрыть пот, чтобы его не было видно. Майка отлично подойдет для этого. Она сможет защитить вашу дорогую рубашку. Также можно надеть еще одежду сверху рубашки. Это может быть свитер или пиджак. Это поможет спрятать пятна пота. Используйте влажные салфетки. Можно купить специальные, которые уменьшают выделение пота. Это отлично поможет, если антиперспирант не справляется со своей задачей. Футболка с защитой от пота. Это топовый способ бороться с потом. Благодаря дополнительным нашитым слоям. Они скрывают пот, при этом пропускают воздух. Так что вы можете быть уверены в том, что пятна пота не появятся. Какие советы вы попробуете?